Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Вы помните первый звонок мой?» Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Первый звонок мой, когда вы болели, волнение от слез моих слова сказать не посмели, а я зажимаю тревожную трубку в дрожащей ладони, шептал вам что-то. И вы растерялись в том звоне, и вы растерялись, я помню какие-то речи, слова одиночки, а я в рыдание навстречу. Секунды стучали, а мы почему-то молчали. Секунды стучали, а мы почему-то молчали. Впервые я слышала голос далекий, чуть слабый. Хоть вы в своей жизни сильный, мудрый и храбрый, об этом я позже от вас наслаждением узнала. Когда вы писали мне строчки, когда вы писали, и я вам писала, и я вам писала, я снова волнуюсь. А вдруг вы в ночи не уснули, а вдруг вы внезапно тревожные мысли спугнули. А вдруг вы простыли, а я в это время играю. Играю, тоскуя, о ваших невзгодах не знаю. И я вам писала, и я вам писала, и снова волную. А вдруг вы в ночи не уснули, а вдруг вас внезапно тревожные мысли вспугнули. А вдруг вы простыли, а я в это время играю. Играю, тоску я о ваших невзгодах не знаю. Слегка подпеваю, слегка подпеваю. Для вас я играю. Играю, тоскуя, о ваших невзгодах не знаю. Слегка подпеваю, слегка подпеваю. Для вас я играю. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Вы помните первый звонок мой? Стихи Вероны Шумиловой. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Из цикла «Ожившая поэзия».